Председатель правительства Артем Сдунов провел встречу с коллективами Министерства промышленности и торговли, а также Министерства энергетики и представил им новых руководителей – Батыра Имеева и Владимира Лемешко. Премьер-министр выразил слова благодарности Сагитпаше Умаханову за проведенную работу и пожелал ему успехов на новой должности. Напомню, он назначен полпредом главы Дагестана в Северном территориальном округе. Батыр Имеевич, пристальное внимание уделять оборонному сектору, пристальное внимание – закупкам, всем заказам, которые мы получаем из федерального центра, от других, значит, предприятий. Это крайне важно для загрузки предприятий, сохранению и созданию новых рабочих мест. Кроме того, промышленность строительных материалов. Вы видите, как у нас увеличилась республиканская инвестиционная программа, как увеличился бюджет республики. Мы много сейчас строим, нам нужно воссоздавать где-то, а где-то создавать промышленность строительных материалов. В свою очередь, Сагитпаша Умаханов поблагодарил коллектив за совместную работу и дал напутствие новым министрам.